Всем привет! С вами Некромас, и мы дальше продолжаем как бы играть и выясняться все про игру Project Beyond. Значит, в первой серии я там, ну, немножко как бы вроде бы обосрал эту игру, подождите, я не понимаю, подождите. Чуток, извиняюсь. Ой, с этим звуком аудио. Да сколько можно эту музыку уменьшать? Она все так же громко орет. Я не понимаю. Что ее вообще убрать? Вот так вот? Ничего себе. Ну вот. В общем, я как бы игру немножко обосрал, да? Вроде бы, вот, смотрите, вот, человечек с оружием, с броней, да? И я потом, значит, как видите, опять вернулся все-таки в вазу эту первую цитадель, да? Зион, как ни странно, такая же Зион цитадель, а есть и в Энтропии Юниверс, да? Ладно, в общем так, сначала покажу. Тут вот, вот этот человек, это у нас обычный магазин, то есть где новые вещи, там все такое. Так, да? Вот. Для начала нам надо собрать денежку, чтобы купить вот эту вот вещь, да, чтобы мы могли добывать хотя бы там. Ну вот. Сейчас вы услышали вообще-то глоп или хоп, я не знаю, что это такое. Сами видите, сколько все стоит. Вот, допустим, автомат, первое оружие или пистолет стоит 50. Самое дешевое оружие это ножик за 15. Также нам вообще-то в игре нужна аптечка. Это всякие, как я понимаю, сканеры и тому подобное. Вот это типа, чтобы чинить вещи, да? Вот, это значит, у нас есть, ну, нормальный магазин, да? Это вот девушка, это мы можем продавать. Или, если я правильно понимаю, тут как бы такие подержанные или какие-то вещи, в общем, не знаю. Но сюда вот можно продавать. И я, допустим, вот там, когда, ну, выяснял тут немножко про эту игру больше, да? Я нашел, сейчас я вам покажу, так вот, вот, я нашел грибы, вот, смотрите, вот мы нажимаем sell, да, ложим, и вот мы можем получить 6 центов, да, валюта игры, это у нас динары, кстати, такая валюта вроде бы есть по-настоящему, насколько я знаю, ну, в общем, вот, вот такое как бы начало. И сейчас мы с вами сегодня попробуем все-таки дойти до Рига, до которого мы в прошлый раз не дошли. И мы шли вообще не туда, куда надо, и делали не совсем то, что надо. Тут еще есть вообще-то, там я в первой серии туда не залазил, ну потом я там лазил. В общем, под этим зданием еще есть какие-то туннели. И в страничке игры есть написано, там какие-то мобы вроде бы, но я туда пока что не полезу, потому что, ну, у меня ни оружия, ничего нету. Вот, как видите, сейчас день у нас, да? Значит, включаем мы карту. Вот, и нам надо отправиться вот примерно сюда где-то. Здесь вот есть Риг. Но Риг такой интересный. В Риге, значит, там бегают очень страшные роботы. Это PvP-зона тоже. Только вот не знаю, она лутабельна, не лутабельна. В общем, там бегают такие роботы, которые убивают меня почти с одного выстрела. Ну и нам надо как бы их обойти. Я сам там, ну, не доходил до того места, где можно собирать нефть.
и тому подобное. Я только видел, находил сам эти грибы. Также, насколько я знаю, тут вот, как видите, есть три рига. Есть какой-то риг, где можно собирать уран. И вот что мы можем для начала делать, как бы. Так вот, идти на риг, собирать это. Ну, типа, горючее, я так понимаю, вот эти грибы. Потом есть, значит, такие как бы дрова, не дрова. Ну, в общем, бревна такие. Тоже находите на земле. И что там еще мы можем? И всякие там три, по-моему, травы, которые можно собирать. Это чтобы сделать себе начальный как бы капитал, да? Но скажу сразу. Это еще то занятие, так что я не знаю, насколько первая серия задлится, потому что нам надо примерно собрать, чтобы вообще одеться, оружие иметь, чтобы хоть что-то суметь делать в игре, нам надо примерно 200 динаров. Вот сравните с энтропией. Вам сразу, чтобы начать просто играть, вам уже 200, как бы, пет надо, да? Так, вот тут, я как понимаю, это PvP. Вот точно такой же PvP в вирту-версии. Вот в такой заходите, и там с игроками, значит, стреляете. Ну что, поперли, да? Так, а это гудение, я думал, что это транспорт. Это, по-моему, вот эти пушки, они поворачиваются там. Так, значит. Ну, сейчас мы попробуем, значит, полазить. Я долго очень снимать сегодня не буду. Надеюсь, я сумею довольно быстро дойти до этого рига. Если что, я буду как бы паузу включать или что, чтобы вас не мучить этими длинными походами. Но вот вам представление, как вы будете передвигаться в игре, сколько это времени занимает и тому подобное. Пока что, что самое большее мне в игре понравилось, так это музыка. Вот музыка мне зашла, точно. Вот это я могу сказать. Ну, первая серия там получилась такая... Ой, подожди. Я вроде никуда иду. О, там что-то желтое. В общем, разобраться, куда идешь, тоже та еще задача. Почему я показывал эту кирку в начале? Надеюсь, это не мобы. Нет, это не мобы. В общем, на земле бывают такие вот, видите, вот эти желтые, по-моему, и есть. Такие как бы камни, да? Так вот, с этой киркой, если я правильно понял, с них можно добывать ресурсы. Ну вот, это уже враг. Вот здесь бегают такие робочки. Вот, слышите? Они майнер. Ну да, вот. Если я правильно понял, в начале, когда купите кирку, можете из них добывать чего-то. О, сейчас мы идем правильно. Немножко отбежим. Будем пробовать собирать что-то, делать. Знаю, там дальше будут грибы. Вот там, посмотрите, какая-то типа летающая тарелка, что-то такое. Ну, так выглядит, посмотрите. Там их раньше две было, когда я бегал. Ну вот, и вот так вот бежим, да. Какие травы собирать, я не знаю. Знаю, что они есть. Что-то носик чешется. Мой носик непопудренный. Тешится. Так, минутку, я чуть-чуть глотну кофейку. К сожалению, мой пришелец разбился, мой любимый, а другого никто не хочет покупать. Ну ладно, как-нибудь переживем. Так, вот это типа убитый. Вот. А если подходит, ну, конечно, я тут ничего не возьму с него.
Ну вот так вот, типа вот, видите, квест Minor Body. Ну, типа, можно как-то чего-то пишется, что типа их собрать, но, наверное, это нам надо будет квест делать или как, я не понимаю. Пока что из него ничего не падает, ничего не берется. Вот, в общем, ну сегодня наша задача добраться до... Попробовать добраться хотя бы до этого рига. Там игрок какой-то. Ну, все. Очень много чего выполнено, очень похоже на энтропию. Скажу так, такая как бы копия. Так, ладно. Походу он тут все собрал, да? Вот сейчас нам напишут, что мы зашли в зону ПВП, вот видите. Типа ты сам по себе. Если слышите сирены, рука. На карте там, ну не на карте, на этом, как его, на радаре видно, видите, там, типа, такие как бы желтые точки, так это вот всякие вот такие вот, не, типа как бы квесты, не поймешь, что. И типа, тут тоже с квеста что-то, вот, квест, сигнал, сканер какой-то там, ну в общем. Так, ну, подождите, закроем вот это. И отправляемся все-таки. Тут должны быть эти грибы, чертов. Ну, хотя, сами понимаете, их набрать надо нам примерно сколько? 1000 штук, да? Чтоб хоть что-то получилось купить. Для кирки этой, чтобы что-то делать, нам нужно 26, извиняюсь, динаров. Вроде бы я там как смотрел немножко, да? Вот туда не надо идти, видите, там где антенна. Там страшный очень робот. Вот сюда, я здесь вот находил эти. Как их. А, и да, я забыл сказать. У вас сейчас покажу. Я надеюсь, вы курсор видите. Вот под жизнями красными синяя полоска. Это у вас стамина. И если она заканчивается, вы не бежите. И даже он, по-моему, тогда медленнее идет, вроде бы. Но это не проверено пока что. Я там хоть. А, о, все-таки он, видите, отдаляется, вот видите, можно вот так бегать вообще. Ну, на это убожество, извините, я смотреть не могу. Да простят меня творцы этой игры. Так, дайте мне травку какую-нибудь сожрать. Так, это опять ящик. Ну вот так вот, в общем, когда идете, вот так просто идете, да, вы можете находить это самое. Как я говорил, вот грибы там, травки, валяются эти бревна. Но я пока что ничего не нашел. В прошлый раз я нашел 3 гриба. Так. Если честно, я не знаю, как этот рик выглядит. Я только знаю, что он вроде бы где-то вот здесь. Что-то там желтое, может, там есть. Сейчас придем, посмотрим. Там, как говорил, в общем, его охраняют такие страшные мобы. Но горючка, сколько я там вроде видел, там падает примерно по 1 динару, если... Там все так понял, как надо. Так.
Ну, мы залезли в середину этой зоны. Да? Давайте как бы к нам не пристают вот эти вот майнеры, да, вот ботики. Ну вот эти вот. Видите, майнер. Надеюсь, эта серия будет немножко веселее. Я, может, сейчас вас немножко отключу, чтобы вам не было скучно, пока я тут хожу, да? А когда уже дойду до самого места, я вас опять включу. Ну вот, я не дошел, но я нашел гриб. Вот, смотрите, вот, видите? Вот. Нажимаем правую кнопку мыши, нажимаем Space и берем. Вот, мы взяли. Да. Вот так собираем всякие тут предметы эти, чтобы собрать себе на начальную как бы жизнь. Да? Ну, сейчас я вас опять немножко отключу. Так, мы дошли до Рига. Вот, видите, какие чудища их охраняют. Вот там вот Риг. Вот. Видите по прицелу? Ну, надеюсь, видите. Нам надо туда пробраться. В общем, и пробовать как бы собирать эти мехи. Ну, я много тут, конечно, сейчас вам показывать не буду, потому что, если вообще я туда пришел. О, он уже ко мне бежит. Вот, сами видите, что творится. И еще, по-моему, я не туда зашел. Это не Рик. Похоже. А еще и второй ко мне придет. Ну я насколько знаю, тут рядом где-то телепорт. Вот, посмотрите, какие махины. Вот такие махины охраняют этот риф. И там там попробуй собрать, значит. Так. Ну, это турелька стреляет. Ага. По-моему, не туда побежал, как всегда. А, вот, наверное, все-таки вон туда надо, видите, где антенна такая стоит. Потому что там, ой, блин, я жизни не восстановил. Ладно, сейчас постоим. Тут нас, чтобы никто не убил, да? Восстановим жизни. Я вас опять отключу. Восстановим. Я что? Я как бы информации такой, ну, особой не имею. Я там смотрел по видео, вроде бы, но там так не показано, где точно этот Риг. И мы будем пробовать его искать. Ну, а сейчас, чтобы вам не скучно было, я отключу немножко. Ну вот, вот, видите, вот там вот, где я показываю прицел, вот между этими зданиями, это Риг. Вот там, где в середине крутится эта херовинка, да, там падают эти бочки. Мы сейчас попробуем туда пробраться. Хотя тут всюду ползают эти большие роботы. Это очень тяжело, но мы как-то попробуем туда прорваться. И я, кстати, вот даже отсюда, вот видите, там стоит такая херовенька, вот это и есть
Это бочечка. Мы попробуем ее забрать. Вроде я не вижу больших роботов. Возможно, нам повезло. Ага, я уже слышу одного. Ну вот, мы взяли 200. Сейчас надо куда-то запрятаться, попробовать. Да? Он нас как бы не видит, да? Ну вот, и таким вот макаром вы эти бочки собираете. Сейчас мы посмотрим, сколько она стоит. Так. Во, видите, 4 динара. Вот одна эта хернюшка. Вот сразу сколько собрали. Ну вот так вот и надо сейчас мучиться, как бы, да? Я не знаю, за какое время они тут падают. Вот смотрим отсюда, пока нас не видит, это страшно. Да. Да. Нам таких бочек надо 50 собрать. Ну, попробуем подождать, пока еще одна выпадет. Так, отметим примерно время, да. Сейчас 17.04. Подождем, через сколько времени выпадет. Точнее, я поставлю на паузу, чтобы не было слишком длинное это видео. А потом вам скажу, как он, за какое время оно выпало. Да, я вам еще забыл что сказать, что это не кулаки его там ноль, это не знаю что. В общем, у нас нету никакого оружия в начале, то есть мы вообще ничего не имеем, как и говорил в первой серии, да. Мы не можем драться ничем. Ну, а сейчас опять вас отключаю, ждем, пока появится новая бочка. Так, к сожалению, я это самый опять, как видите, мертв. Меня заметил, откуда-то там вылез один из этих больших роботов. Не тот, от которого я прятался, а другой. И, в общем, он меня убил, да? Ну, я подумал, что для этой серии как бы хватит. Сейчас я наберу, значит, и потом, потому что сейчас немножко и надо кое-что мне сделать. В общем, я наберу все, что надо, этих бочек и тому подобное, да. Вы примерно суть поняли, что тут как делать, да. А в следующей серии, когда я уже тут наберу этих бочек, все продам, это самое, мы купим броню, купим оружие, купим эту кирку и попробуем, значит, поиграть, поохотиться, пособирать как-то другие ресурсы, да. В общем, вот такая у нас сегодня немножко другая серия. Кому это, конечно, интересно. Ну, а мы с вами встретимся в других сериях. Вам, конечно же, здоровечко, не болеть. Наибольшей вам удачи. И до новых встреч в этом странном мире, да. Но мы вернемся. Нас так просто не запугаешь, да? Ну, пока-пока. До новых встреч.